Лучшая медсестра года. Конкурс под таким названием состоялся в Республиканском медицинском центре. Мероприятие приурочили к Международному женскому дню. Подробнее Сакинат Малаева. Проверить мастерство и умение женщин в белых халатах необходимо всегда. Профессия особенная, нельзя быть посредственным. Об этом говорят и мудрые изречения медицинских светил. Сегодня в Республиканском медицинском центре работают более 200 медицинских сестер. В конкурсе решили принять участие 5 команд, представительницы разных подразделений. Реанимации, неврологии, хирургии, терапии и гериатрии. Жюри, которое оценивает, и есть аттестационная комиссия. Вот если человек занял первое место, он ответственен и, значит, выполняет все свои обязанности хорошо. Если есть возможность, у нас есть положение об оплате в системе, стимулирование таких работников. Женщины, помимо практических навыков, показали свои артистические данные и способности ведения домашнего хозяйства. Практиковать проведение конкурса в Республиканском медицинском центре стали с прошлого года, однако теперь, по словам руководителя заведения, будут проводить ежегодно. Сагид Малаев, Эльдар Ибрагимов. Время новостей.